Сейчас готовность этой дороги составляет около 40%, но уже к 2020 году узкое горлышко у Кировского моста расширят на 4 полосы движения. Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Самаре ремонтируют проезд к Кировскому мосту. Протяженность обновленного участка составит более 1 километра. Дорогу расширят до 4 полос движения. Кроме того, здесь обустроят просторные тротуары, уличное освещение, регулируемые пешеходные переходы и отремонтируют инженерные коммуникации. В данный момент укладывается асфальтобетонное покрытие уже на уширенной части основного входа. Плюс параллельно ведется подготовка к устройству наружного освещения. Расширение автомобильной дороги позволит ликвидировать узкое горлышко и повысить пропускную способность Кировского моста. Водители с нетерпением ждут окончания работ. По их мнению, благодаря новому проезду автолюбители смогут выезжать из города без пробок. Пробки, когда выходные, то есть в пятницу не выйдешь из города, в воскресенье не въедешь. То есть существенные пробки будут. Я надеюсь, что это сильно поможет. Раньше здесь ездил и сейчас езжу каждый день на дачу. Раньше было хуже дорогу, сейчас намного лучше сделают. Пробок не будет таких, как по пятницам, по субботам. Напомним, что средства на ремонт дороги у Кировского моста выделили по нацпроекту. Сумма контракта составляет около 320 миллионов рублей. По словам подрядчика, работы по ремонту проезжей части должны завершить до 1 октября 2020 года. Анатолий Головко, Дмитрий Мешканцов, События.